Друзья, мне в этом районе понравилось то, что здесь такая тишина, блаженство, да? Вы понимаете, что это окраина города? Вот, узнаете эти места? Блаженство. Ну, может быть, потому что все на работе или еще где-то. Смотрите. Какой экспонат, да? Ну все, друзья, давайте пообщаемся в комментариях. Вообще, как вам такая тишина вообще? Нравится или нет? Или кто привык к городской жизни? Ну, я понимаю, здесь может быть проблема. Единственная проблема, наверное, это интернет. Потом что там может быть, добираться на работу, да, в центр, ну, такие, да, моменты, и может быть школа и детский сад, да, и может быть последний момент уже это продукты, магазинчик, базары, там такое. Как вы думаете, вот что за растение? Не знаю, может это как орех, да, или нет. Может я ошибаюсь. Давайте пообщаемся в комментариях, друзья.